Добрый день. Теперь мы попробуем взять движение, ну, скажем так, мужское. Вот. Это не означает, что лица женского пола не могут его взять. Все зависит от вас, где и как вы его употребите. А это отдельная тема, да? Итак, мы сейчас возьмем такую вещь, которая называется замок. Она исполняется по-разному. Я сейчас сделаю такой самый легкий вариант, который может взять, так скажем, невооруженный человек, да, то есть обычный человек, который никогда ничего подобного не пробовал. Значит, первое, что вам нужно понять, что ваши ноги не прямые. Они находятся в состоянии такого легкого плие. Плие – это позиция полусогнутых ног. Итак, давайте сразу приступим к делу. Наше тело будет разворачиваться в диагональные углы. У нас их два. То есть я вот так буду работать и вот так буду работать. Не в профиль, а именно диагонально. Это первый момент. А второй момент. Если я разворачиваюсь в одну диагональ, я вывожу ногу, которая ближе к этому центру, то есть внешнюю. Здесь у меня будет правая, здесь левая. Итак, попробуем. Значит, первое, что мы делаем раз. Раз. Что такое раз? Раз, чтобы сделать раз, это нужно подскочить, именно подскочить, не прыгнуть. Мы вверх не прыгаем, мы утрамбовываемся внутрь, в землю. Поэтому мы приподнимаем эту левую, делаем раз, как бы, и находимся в состоянии плие, полностью не выпрямляем. Продавливаем, и правая нога, которая будет работать, отрывается от пола, поднимается. Получается раз. На этом раз я тело сразу направила в рабочую зону, то есть в диагональ. Я не делаю это раз, мне же надо будет туда выстраиваться, поэтому я делаю раз. Теперь рабочая нога опускается и фиксируется пятка. Два. Опорная в плие. Дальше я делаю их, свожу, не прыгая. Три. Развожу в обратное два. Это получается четыре. Вот. Итак, еще раз. Что вообще получается? Ну, как бы я сделаю сейчас снова 4, правая нога рабочая. Раз, два, три, четыре. Прыжков нету, ребята. Вот это важно понять. У нас подскоки. Еще раз, как бы, чтобы сделать раз, приподнимаю будущую опорную ногу и ее продавливаю, полностью не выпрямляясь. И резко вывожу рабочую правую. Раз. Потом я вывожу угол ноги как раз в рабочую диагональ, вот, и тело, кстати, больше центруется, но это отдельный разговор. Теперь, что я делаю? Я правую поставлю на стопу полную, левую пододвину. Получается вот такая позиция, колено у нас открытое. Еще раз, я была здесь, я делаю пам-пам, ноги в плие, я не выпрямляю. Но моя задача, ну, собственно, и ваша, пододвинуть их одновременно. Это происходит за счет группировки определенных мышц и именно ощущения подскока, не прыжка. Получается три. Теперь, если отдельно разбирать, я левую возвращаю туда же и правую снова выставляю, это четыре. Но нам нужно это вывести одновременно. То есть мы были в позиции три, мы делаем четыре. Отсюда. Вернее, я сейчас пока что закрою, да, начну сейчас с левой ноги, потом покажу, как переходить. То же самое, на опорной подскакиваю, раз, фиксирую, два, соединяю, три, развожу обратно, четыре. Теперь, чтобы не делать этих пауз между одной диагональю и второй, я покажу, как мы можем оттуда переходить туда, ну, то есть, нон-стоп, мы делаем раз, два, три, четыре. Вот моя правая нога, она должна перейти туда, ну, выстроиться, и стать опорной. То есть я ее слегка приподнимаю и полукругом, маленьким раундом выстраиваю в следующую рабочую зону. Там, и как только я наступаю, я поднимаю левую ногу. То есть это было 4, теперь снова раз, два уже левая нога, три, четыре. Раунд, полукруг. Ребята, извините, что я балетными терминами говорю, просто так проще. Вот, раунд – это полукруг. Вот, я вывожу, пам, и фиксирую. Самое главное, что вам нужно понять, что нет прыжков.
есть подскоки. Как натренировать подскоки? Находиться в состоянии плие, то есть полусогнутых коленей, и пытаться хотя бы такие вот штуки делать. То есть я не прыгаю вверх, я вниз. То есть я слегка отрываю, да, и утрамбовываюсь. Вот это ощущение нужно поймать. Дальше. Скорее всего, у вас поначалу будет получаться вот так. Раз, два, три. Раз, два. Значит, ну как бы получается, что вы воспроизводите движение, но что-то не то. Объясняю. Вам нужно вкладывать силу в каждую конечность, на каждую конечную точку. То есть мы работаем по восьмерке, 4-4, и каждый счет мы должны напрягать. То есть мало сделать просто раз. Нужно добавить силу. Да, то есть сила везде, особенно вот она вот тут у вас распространяется по всему телу. И получается, что мы вкладываем эту силу. Допустим, явный пример будет, если я на руке покажу, да? Я могу просто вот так делать, ну сейчас просто абстрактно, а могу напрягать, то есть я импульсы подаю, я напрягаю. Вот это вам нужно поймать. Tectonic Style, кстати, на этом основан, но сейчас мы не про него. То есть можно просто делать, а можно напрягать. Вот здесь нужны как бы ощущения, схожие с этим. То есть вы делаете, напрягаете, напрягаете, то есть не просто поставили на пятку, а жестко и больно немножко. Развели, развели, снова пам, 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 пам. Изолируйте корпус от ног. Скорее всего, поначалу он у вас будет гулять, шататься, но он должен быть жесткий. Вот. Значит, поначалу вы, скорее всего, будете это делать медленно. Я предлагаю вам тренироваться так. Делаете раз-два, 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 потом два-три, два-три, три-четыре, четыре-один. То есть раз-два, отдохнули. Раз-два, потом из два в три. Три, да, потом из три в четыре отдельно тренируете. Ну и, наконец, из четыре в один. Вот это, скорее всего, у вас может не получаться, ну, по моему опыту. Потому что вы не будете понимать, куда пойдет нога. Вы захотите как-то вот так сделать. Я заранее это говорю. Вот, здесь важно совсем далеко ее не уводить. Вот, у вас будет полукруг, пам. И вы просто выстраиваетесь в следующую зону. Если говорить про музыкальность, скорость высокая. Но я советую вам делать пропуском такта. Мы сейчас попробуем. Итак, сейчас мы делаем более-менее так, ну, медленно. Раз, два, три, четыре. 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 Вот это как бы скорость нормальная для тренировки.